Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Лютер 387. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, Обращение Фрит. И сегодня, сегодня я рискнул вновь все-таки начать прохождение Soul River. Только я сейчас не помню, как что прыгать тут. А, вот так вот. Так, я как-то допарился, не мог стрелять. Что у меня сейчас как? Но все равно прямо, но куда как получается. Так. Да, кстати, ребят, не забывайте ставить лайк, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И остальные все ссылки есть в шляпе канала, вы можете все их найти. Ну а мы приступим. Будет, мне кажется, очень длинное прохождение. Не знаю, как оно получится. Если оно получится нормально, то все отлично. Если нет, то мне придется все-таки, наверное, симулятор начинать, потому что с любой я думаю... Севера, Серафима! Твой брат Рахаб уединился с последователями в развалинах полузатопленного монастыря. Так, понятно. Надо вот этот. Вот он уши город. Как я его не хотел, но нам придется. Потому что будет очень сложно, ребята. Очень сложный уровень. Прям супер, по-моему, сложный. Ну ничего, будем пробовать. Дальше. Нет, дальше сюда нам. Так. Я корню. Бабай. Так, нафиг. Это че? Или это мы не тут идти? Что-то я не догонять. Где мы? Как это мы не играл? И где переход? Во! Смотрите, другой мир. Все верно. Даже все верно, ребята. Ладно, идем дальше. Что же будет? Так, это что-то надо стрельнуть, да? Как раз на примете, по-моему, мы остановились. В следующий раз. Так. Тут надо все аккуратно. Если мы плюхнемся, нам будет нехорошо в воде. Сами знаем, у нас еще Розель не любит воду. Нельзя, жалко, сейвиться. Попробую туда перелететь, кстати. Опа. Чтоб не пойти по тому месту. О, есть. Прикиньте. Вот это да. Вот это у меня получилось, так получилось. Так, сожрать душу. Вот это было, да. Я никогда таким финтом не действовал, но круто. В воде плавают падлы эти, рыбы вот такие. Опа. Что-то у меня сегодня идет. Тут не сглазить бы. Сейчас отмечу. Что ты, падла живучая? Блин. Вот уже сглазил. Как у меня от этой палки-то было? Так, с подвода нам смысл идти. Сюда. Тоже вода, понятно. В
Здесь нам делать нечего. Значит, нам надо, походу, дело только сюда идти. Вот трубы хоть какие-то, хоть какое-то оружие. Это уже гуд. Фух. Уже пальцы. Я бы 4 месяца. Я взялся заново. Так, вот это мне уже не нравится. Если мы пойдем, будет нам бобо. Ох. Рисково. Алипси рисково. Thank you.
теперь не вижу локацию. Ну чё? Долго сюда выбрался? Смотрите, плавает, падла. А, вот он. О-о-о-о-о. Ползти надо. Твою ж медь. Пойдем на самое начало уровня. Знаете, ребят, как я сейчас сосу просто по голяшке. Каких супер резких движений. Сейчас дрожу. Представляете, как меня мандражит. Вот он сейчас. Не мандражу, ребят. Не мандражу, не мандражу. Да. В
почему ты не присаживаешься? Я говорю, присесть. У ребят мандраж немного. На Соньке-то это удобно играть. А вот. Сука. На компе-то. Не представляете, какие мучения. Сколько кнопок надо задействовать сон с жестиком. Я сейчас просто буду бегать уже. Не буду приседать на все же. Начинаю бесить меня. Да. Какой прыгунчик был, прыг и все, и дальше. Чем бегать? Переходим из реального мира. Рахаб, ты хорошо адаптировался для столь неспособного. Не дразни меня, Разиэль. Мы все должны чтить силу, дарованную путем преодоления ограничений. Каин говорил, что ты придешь. Ты говоришь с убийцей? Делай, что считаешь нужным. Что еще он тебе сказал? И ты бы уничтожил меня. Конечно, но скажи мне до того, как я освобожу твою душу. Ты знаешь, кем мы были до Каина? Рамбуис. Серафим Рахаб. Все, во что мы верили. Какая разница? Мы были потеряны. Он спас нас. Спас нас? От чего? От нас. Так, блин, вот я и говорил, сейчас начнется. Может, надо стрелять в окна? Не может в окна стрельнуть. Он что, не целился бы никуда? Садится в это и все, скотина. Ребят, невозможно. Смотрите, он пытается целиться все время. Вот это автоприцел бы как-то бы убрать. Может, настройки как-то.
кстати. Нет тут такого. Он целится, потому что в этого персонажа. Мне вот не надо, чтобы он не целился. Если он будет в него целиться, я так и буду стрелять туда-сюда. В него конкретно. Давайте здесь сделаем еще что-нибудь. В, примерно. Давайте посмотрим, что из этого получится. Ага, вот так ты можешь, да? Все, ребята, мы нашли, что надо вторую еще клавишу было сделать. Сейчас мы эту клавишу сюда перенесем, а ту оставим туда. Наконец-то я допетрил. Пускай 4, а это В. Все. Ну, теперь мы уже начнем воевать, да? Более интересно. Thank you.
Есть! Я все-таки смог. Так сложно это на всех кнопках делать. Я смог. Теперь у нас новая возможность немножко водой. Пропитанный душой Рахаба, ты преодолел свою уязвимость к воде. Вода больше не растворит твое тело. Теперь ты можешь доплыть туда, куда раньше не мог попасть. Теперь я могу плавать. Управление справится. За пропастью на север ведет подземный туннель на территорию твоего брата Дюма. Ну, Дюма, это брат, по-моему, это сестра. Ну, ладно. Почему ты думаешь, что? Где-то у меня должна была быть сестра, что сестру уже убили, что ли? Через памяти, что ли? Ползаешь за пушки. Лети пуши сюда. О! Чё, ты звонил лица? Да ты. Всё равно я ничего. Ой, сейчас я упал. Давайте разберёмся, что тут есть. Ага, это я не смогу взять. Понял я все. Все, понял.
ничего не хрен делать. Это еще не для меня. Ну, не для нынешнего разделения местность. Еще надо прохаба убить, тогда сюда прийти. Кузница стихий настроена на энергию похитителя душ. Обработанное здесь лезвие можно обработать в любое время. Теперь мы можем огнем херачить, да? О да, поджигать можно. Да. Создали все? Кто нам что? Потом уже да. Ну, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить любо тем, кто не подписался на мой канал, так и подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну, а мы заканчиваем.
всем пока-пока. Let's rock.